Школьные каникулы юные щелковцы проводят по-спортивному. Традиционный осенний турнир по мини-футболу среди мальчиков 2010-2011 года рождения прошел в универсальном спорткомплексе Подмосковья. Турнир у нас направлен на привлечение детей, да, к занятию мини-футболом, на популяризацию этого вида спорта. И вот у нас как раз сейчас школьные каникулы, как раз чтобы детей в школьные каникулы занять, чтобы у них появилась практика, чтобы они просто-напросто провели отличное время, нашли новых знакомых, новых друзей. В турнире приняли участие 11 школ округа, а также команда, представляющая школу в Звездном городке. Посещаем уже вот второй год, нас пригласили. И каждый раз с удовольствием приезжаем, чтобы ребята поиграли, подвигались, получили новые эмоции. И самое главное – опыт игры. Турнир стал отличной возможностью для юных спортсменов продемонстрировать как свои личные способности, так и умение играть сообща, сплоченность команды. Для меня команда – это мои товарищи. Мои друзья. По результатам турнира первое место заняла школа имени Комарова. Второе место – школа номер 20. Третье место – школа номер 22 имени Фалалеева. Евгения Корыцкая, Сергей Василевский, Щелковское телевидение.